Далее мы провязываем 5 воздушных петель, 5 или 6. Делаем прикреп столбиком с двумя накидами. Прикреп к зубчику ленты, 3 воздушные петли. Прикреп к следующему зубчику. И смотрим 4, 5, 6, следующую арочку, столбик с двумя накидами под арочку, 1 воздушная, 1, 2 воздушные петли, и прихватываем за 2 ниточки нашего месяца. Далее делаем петли подъема возле элемента, 3 маловато, сделаем 4. Захватываем пару ниточек обвязки, прикреп, 6 воздушных петель под арочку, столбик с двумя накидами, и за ленту после воздушной 1-2 воздушных петель прикреп, 3 воздушные петли прикреп к ленте, 4, 5, 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли и прикреп к месяцу. Здесь можно или возле месяца сделать петли подъема, или можно сделать, как бы сформировать клеточку 4, 5, 6, 7, 8, 9. А потом мы подхватим ее. Столбик с двумя накидами. Не натягиваем нашу сетку. 3 воздушные петли за зубчик. 3 воздушные за следующий зубчик. 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами, 3, 4, 5 воздушных петель, делаем прикреп к элементу. Я булавочки открепляю от той части, где я уже провязала. В этой части, где мы вяжем, желательно булавочки не откалывать, чтобы полотно не поднималось. 4 воздушные петли, прикреп к элементу, 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами под арочку, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель прикреп под арочку, 3, 4, 5 большая дырочка, и потом здесь маленькая, значит, мы делаем 4, 5, 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами, 2, 3 воздушные петли под арочку, столбик с двумя накидами, 2 воздушные и прикреп к ленте. Дальше 3, 4 воздушные петли, столбик с двумя накидами под эту арочку, и 5 воздушных петель, 5, 6. Прикреп к элементу. Далее подъем, 3-4 воздушные петли, прикреп к элементу, 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами под арочку, фиксируем. Здесь маленькое расстояние, поэтому 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли к ленте, опять 3 воздушные, прикреп к ленте,
3 воздушные и прикреп под арочку. Вот так. Далее 3, 4, 5 прикреп к элементу. Так как нитки у нас контрастные, поэтому старайтесь очень аккуратно делать прикрепы. 3 воздушные петли именно вот за 2 нитки изнаночной стороны. 6 воздушных столбик двумя накидами. Прикалываем. И столбик с двумя накидами под арочку. 3 воздушные петли, еще можно 3 воздушные, 3 воздушные петли и прикреп под арочку. Вот главное, чтобы сеточка здесь не натягивалась. Расстояние практически здесь одинаковое между месяцем и лентой, поэтому у нас и получается буквально по 2 клеточки. Но так как немножко увеличивается, то и получается размеры этих клеточек разные, из этого выходит нерегулярность. Делаем прикреп. Дальше 4 воздушные петли, прикреп к месяцу, 6 воздушных петель, прикреп под арочку, 3 воздушные петли, смотрим, как у нас будет арочка формироваться, 4, 5, столбик с двумя накидами, прикреп к ленте, опять прикреп после 3 воздушных петель, 3 воздушные петли, делаем вот сбивку рисунка, столбик с 3 накидами, 6 воздушных петель и под эту же арочку столбик с 2 накидами, сформируем при помощи булавки, 3, 4, 5, 5 воздушных, прикреп, 3 воздушные, прикреп и я буду делать прикреп 6 воздушных и прикреп к нашей звездочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных и под эту арочку столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами под эту арочку. Дальше 6 воздушных петель, столбик с 2 накидами. Так, обязательно прикалываем, чтобы не поднималась наша сетка. 2, 3, 4, 5, 6, 6 воздушных, столбик с 2 накидами под арочку, прикреп к ленте, 3 воздушные, прикреп к ленте, 3 воздушные, то есть мы как бы делаем петли подъема. Далее 3 воздушные петли, столбик с 2 накидами под арочку, 6 воздушных петель, столбик с 2 накидами под арочку. Можно продолжать сюда, а можно сформировать вот здесь такой выступ, то есть сделать разворот. 8, 9 воздушных петель, фиксируем,
Теперь делаем сюда прикреп под арочку, столбик с двумя накидами, прикреп к ленте, так, одна воздушная, потом прикреп к ленте, вот так сформируем, чтобы нам видно было хорошо. 3 воздушные петли, прикреп к ленте, три воздушные петли, и теперь захватываем нашу выступающую арочку, столбик с двумя накидами, 6 воздушных петель, еще раз под эту же арочку столбик с двумя накидами, 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами под арочку, 1 воздушная петля, и захватываем вот эту выступающую арочку. Но тут желательно в петлю, чтобы она не двигалась. Вот эти столбики, они двигаются, поэтому они равномерно распределятся. Так, здесь произошел такой момент, что вот мне неудобно, если я буду здесь подниматься 2 воздушные петли. Бывает такое. Поэтому, чтобы был красивый рисунок, я нить обрезаю. Может, у вас и другой получится рисунок, но у меня вышло так. Привязываю в том месте либо в элемент, либо за сетку, так как мне удобно. Либо вы можете глухими здесь петлями пройти, но мне не хочется утолщать. Провязываю 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами под арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель под следующую арочку. 6 воздушных петель можно в эту же арочку, и прикреп, столбик с двумя накидами за ленту, 3 воздушные петли, прикреп за ленту, 6 воздушных петель, прикреп, столбик с двумя накидами справа. Опять 6 воздушных, формируем нашу сетку, столбик с двумя накидами, 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных, под эту же арочку столбик с двумя накидами, так, чтобы ниточки не мешали. Прикреп к звезде, 4 воздушные петли, опять прикреп к звезде, 3 воздушные, прикреп под арочку, 2 воздушные, даже 3 можно, прикреп к хвостику, 3, прикреп под арочку. Прикреп под арочку столбиками с двумя накидами. 6 воздушных петель. Прикреп под арку. 1 воздушная и прикреп к нашей ленте. Дальше. 3 воздушные петли. Прикреп к ленте, 6 воздушных петель, прикреп под арочку,
столбик с двумя накидами, прикреп в нашу звезду. Вот у нас замкнутое пространство получается. Мы должны решить, либо мы сюда идем и тут совершаем, либо мы в эту сторону идем и потом завершаем здесь. Вот иногда вызывает трудности такие места. Что мы будем делать? Давайте попробуем с меньшей части в большую перейти. Так, сколько у нас тут воздушных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как бы подъем. Столбик с двумя накидами. Обязательно закрепляем. Три воздушные петли. Столбик с двумя накидами. По дороге еще один столбик с двумя накидами. Далее мы прикрепляем под арочку глухой петлей, провязываем 3 воздушные петли, захватываем вот этот выступающий элемент. Так, смотрим, что дальше. Здесь желательно вот формировать эту сеточку для того, чтобы она у вас не ломалась. Так будет большая. Значит, попробуем сделать столбик с двумя накидами под эту арочку, захватываем эту, смотрим, тут маленькая, значит, провязываем больше воздушных петель, 5-6, и желательно вколоть в сетку. Три воздушные, 4 даже петли. Под арочку провязываем столбик с двумя накидами. Дальше 3 воздушные петли прикреп к звезде. Шесть воздушных петель прикреп под арочку. 2-3 воздушные петли и прикреп к нашей звезде. Часто спрашивают, а откуда лучше начинать вязание. Я люблю там, где узкие места, так как можно сформировать первую клеточку. Протягиваем нить. Вот узкое место у меня здесь. Завязываем обычным узлом. Можно сразу нить заправлять иглой, но я это делаю в конце работы. Вставляем крючок в полотно, вытягиваем первую петлю, формируем 6 воздушных петель под арочку, столбик с двумя накидами, 1 воздушная петля в полотно, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли глухая петля, 6 воздушных петель под арочку, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли. Поднимается элемент, значит, зафиксируем его. Прикреп. 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами,
3 воздушные петли прикреп за звезду. И теперь решаем, или влево идем, или вправо, ну, чтобы у нас не были ряды параллельной регулярной сетки. Мы сделаем вот здесь такой подъем, 9 воздушных петель, столбик с двумя накидами под арочку, 3 воздушные петли делаем прикреп глухой петлей, 4 воздушные петли, прикреп глухой, и смотрим, что здесь у нас, 6 воздушных или 3. Делаем 5 воздушных, столбик с двумя накидами, 6 воздушных. И теперь будем спускаться к звезде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прикреп. Прикреп к звезде. 1, 2, 3 воздушные петли. Столбик с накидом. 6 воздушных петель. И прикреп к следующей звезде. 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами, 1 воздушная петля. Вот здесь вот у нас вот такая галочка на элементе, поэтому столбик сюда прикрепляем. Но обязательно между столбиками делайте воздушную петлю, иначе будет вытянутая верхняя петля в столбике. Столбик с двумя накидами. Можно или в эту сторону идти, или в эту. Сделаем прикреп к элементу. 5 воздушных, прикреп к элементу. Далее 6 воздушных. Обязательно прикалываем прикреп под арочку, столбик с двумя накидами, смотрим, куда лучше сделать. Прикреп столбиком с накидом за звезду. Делаем здесь поменьше. Столбик с двумя накидами. 5 воздушных петель. Столбик с двумя накидами. Вот сюда. И столбика, 1, 2, 2 воздушные петли, делали прикреп к цепочке. Эту часть мы сформировали, связали, теперь будем довязывать эту часть.